Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в гостях Татьяна Богданова. Мы, собственно, анонс делали, но, может, кто не заметил. И попросили вопросы задавать, потому что Татьяна занимается... Я попрошу, она сама сказала, чтобы я что-нибудь не напутал. Вот я помню, что вы в Владивостоке, у вас турагентство было. А потом, я помню, был разговор, что вы в Москве хотели или переехать в Москву хотели. Чего? Ну вот, переехали? Переехали. Офис будет открыт в сентябре. Я буду как раз там 4 сентября прилетаю, и как раз уже офис будет работать. Ну, в районе метро Кузьминки у нас... А уже люди есть прям? Ну, сотрудники? Да, конечно, есть. А я как раз прилечу, и все это дело начну. Мы раньше этого решили как бы. То есть вы хотели работать? Смысла нет. Ну да. А из Владивостока эвакуировались как бы? Ну, из Владивостока, да, там остался человек, партнер. Понял. У вас мама там была? Мама переехала в Москву, поэтому все перебазировалось в Москву, соответственно. Ну, там движухи больше в Москве-то? Ну, конечно, народу больше, и как бы со всех регионов приезжает же в Москву. Вот. Я, во-первых, цветочки покажу. Поблагодарить хотела бы, да. Мне передали вот в школу от благодарных клиентов, от Катерины. Да. Катя, спасибо большое, очень приятно, и подарок, конечно, ну, ребята, очень-очень приятно. Я заснял Катю-то, у меня маленький сюжетик есть, я ее покажу. Ага, хорошая девушка, да. Очень рада за вас, что у вас все хорошо, и слава Богу. Да, ну и пойдем, тут на самом деле, я сейчас буду зачитывать вопросы, у меня на экране справа. И там, первое, что там пишется, из Сакраменто у нас девушка говорит: Татьяне привет из Сакраменто от Дениса с Ириной. Да. А знаете, о ком речь? Да, знаю. Это ребята из Москвы. Так. Я с ними даже встречалась в Москве, когда прилетала. Они хотели лично со мной видеться. Они хотели так онлайн общаться. Ну вот семья, да. Знаю их прекрасно. И они, когда я делаю вебинары, они тоже заходят, как бы, здороваются. А сейчас они в Сакраменто. Как попасть на ваш вебинар? Ну, я вывешиваю ссылки на сайте, потом в социальных сетях, на странице ВКонтакте и на веб-сайте. Да, на нашем веб-сайте. Вебинары я даю бесплатно. Обычно это, например, пятница, вечер по московскому времени, где-то с 8-7 вечера. Ну, где-то 2-2,5 часа идет вебинар. Как бы я отвечаю на вопрос. Ну, пятница тут вечером или пятница там вечером? Нет, там вечер. Здесь утро. А то у меня, я веду в пятницу вечером тут, а суббота утро там. Не, ну я чтобы там был вечер, чтобы люди после работы, например, Окей. Ну, подождите, а вы их записываете, потом они вывешиваются? Нет, я их не записываю. То есть вы только живьем? Да, только живьем. А наши записываются. Ну, мне говорили, что надо записывать, я как-то... Ну, это, да. Все равно одни и те же вопросы. У вас, на самом деле, текучки больше, то есть там, может быть... сиюминутности больше в том, что вы обсуждаете. Возможно, да. И вопросы все равно одни и те же, поэтому все равно, что я его записываю. У меня тоже. У меня, говорит, там, либо кого убили, спрашивают, либо там... Знаешь, что сейчас вопрос популярный? Говорят, яровой какой-то пакет там чего-то. Да. Яровая, кстати, она с Камчатки, я же тоже с Камчатки. Это ваши камчедалы. Хорошо, значит, идем дальше. Вопрос. Если находишься в США по турвизе, и хочешь поменять статус на учебный, отучиться и поехать домой, не аннулируется ли моя туристическая виза? То есть она сделала adjustment на студент. Виза уже аннулирована. Виза уже аннулирована. Если делается смена статуса, то, соответственно, как бы сама-то виза физическая остается в паспорте, потому что внутри Америки при смене статуса визу уже не переклеивают. Потому что виза переклеивается только в консульствах, правильно? А консульство США находится за пределами страны, за пределами Америки. Так. Поэтому смена статуса происходит только внутри Америки. Соответственно, приходит только бумага с уведомлением о том, что ваш статус сменен. Но виза в паспорте остается какая-то там была, которая первая, это старая. Соответственно, у вас уже новый статус. Просто чтобы вклеить новую визу, это надо выехать из США и вклеить новую визу. Соответственно, эта виза уже не действительна. А есть шанс, я извиняюсь, что она выйдет из США, пойдет в консульство, чтобы вклеить новую визу, а ей говорят, а вам отказано? Скорее всего. Хорошо. Смотря, опять же, чуть-чуть оговоримся, если это, например, смена статуса на учебный в языковой школе, то могут отказать, особенно если, например, человек уже проучился, например, ну, я не знаю, длительное время, например, там год. Да. Соответственно, зачем ему продлевать еще, например, давать визу для изучения языка, логично ведь? Да. А если человек, например, поступил в колледж или на магистратуру, на обучение, бакалавр или там магистр. То есть длительный процесс. Да. Соответственно, он может выехать, и я думаю, что ему практически там 100% гарантия, если до этого никаких нарушений не было, дадут. То есть они не в обиде, что поменяли? Там статус, ну, это законно считается. Они, конечно, это не любят, но, в принципе, если это магистратура или там университет, то, в принципе, дадут. Хорошо. Теперь, расскажите подробнее о получении муниципального ID. Да. А бывает такой муниципальный ID? Ну, есть ID в Сан-Франциско. Свой городской прямо? Да.
Как интересно, я думал, только штата. Нет, так, в одном из видео вы говорили о том, что его, а по нему впоследствии и бесплатную медстраховку, может легко получить любой турист. Разве для этого не нужны документы на аренду жилья, которых у туриста быть не может? Это, видимо, Татьяна говорила, что я такого не мог сказать. Да, да, я говорила. Ну, действительно, в Сан-Франциско у нас есть сити-холл. Горсовет. Ну, горсовет по-русски, да, сити-холл по-английски. Это большое такое красивое здание, в которое можно прийти и там даже погулять. Оно внутри очень интересное. Красивое, да. Да, и там есть отдел. Можно получить ID Сан-Франциско. Это сделано специально для людей, приезжающих в Америку, как бы, да, чтобы, может быть, не носить с собой, не знаю, там паспорта или еще что-то. Просто подаешь документ. Например, можно открыть банковский счет в банке. В любом банке, любому туристу можно открыть дебетовый счет. Получить дебетовую карточку и взять оттуда письмо. Из этого банка о том, что на такого-то гражданина, да, там открыт счет. И обязательно при открытии счета указывается адрес проживания в Америке. Соответственно, предполагается, что человек, да, имеет какой-то адрес в Америке. Поэтому как бы нужен этот адрес. Указывается адрес. Этой бумагой, значит, где указан адрес. Идешь в City Hall Сан-Франциско, в отдел, где выдают эти ID. Подаешь эту бумагу, и тебе выдают удостоверение Сан-Франциско. Фотографируют прям там. Но там будет прописан этот адрес. Это не адрес гостиницы, например. Ну, это, может быть, например, делали с адресом хостела, например, насколько я знаю. Но туда должна прийти корреспонденция, если в случае чего. Потому что если это отель, я не знаю, там сможет человек получить удостоверение, вдруг, если он там по почте придет. Я вот сейчас уже, честно говоря, не помню, по почте или прям там они делают. То есть хостел годится? Ну, в хостеле люди живут долго, и там у них есть специальный ящик, куда приходит почта. Соответственно, адрес должен быть действительный, ну, скажем так. То есть они не смотрят, как давно ты здесь живешь? Нет. Как, допустим, статус там постоянного резидента. Нет. А они смотрят, что у тебя есть адрес. Просто адрес. И именно адрес только в Сан-Франциско, не за пределами. Никакие там Redwood City, я не знаю, Пал-Альто. В общем, ищите по форумам, у кого, там, кто там в Сан-Франциско живет. Да, чей адрес, например, можно указать. Да, ставьте бутылку и все. Да, да. Значит, можно прийти оформить это ID. Потом есть еще такая программа, сейчас я уже, честно говоря, не знаю, действует она или нет, но несколько лет назад она действовала, надеюсь, что она еще действует. Она называется BAART. BAART. Так. И это программа вот этой вот социальной медицинской страховки. Она находится, ее адрес Чорк-стрит. Ну, неважно, так еще там. И туда можно прийти уже с этим удостоверением Сан-Франциско и сказать, например, что я, ну, к примеру, как я пришла в свое время, пришла и сказала, я студентка, у меня нет страховки медицинской, американской, у меня там, например, там мучает аллергия очень сильно, имею право на какую-нибудь помощь или нет, в конце концов. Они говорят, что да, сейчас проверим, есть ли у вас какая-нибудь страховка вообще. Проверяют, что у меня нет ни social security номера, да, социального страхования, нет никакой другой страховки. Да, вы можете. И мне оформили, выдали карточку, у меня даже старая, по-моему, с собой до сих пор валяется. Она там обновляется каждый год. По этой страховке я в этой больнице могу получить бесплатную помощь, практически любую, если, включая даже операции. Это делается уже в General Hospital Сан-Франциско, в больнице Сан-Франциско. И даже покрывается лекарство. Если они мне выпишут лекарство, есть специальная аптека на Market Street, там, в CVS. Заходишь и по рецепту берешь, и тебе даже оплачивается полностью все лекарства. Хорошо, да. Поэтому да, это можно, и только я не знаю, действует ли это до сих пор, но вот еще мне там 2 года назад приходило запрос на обновление этой страховки. Существенно, чтобы у вас не было другой. Если у вас есть какая-то страховка, тогда это уже обман, получается. Да, это уже фрод. Но просто я к чему говорю, вот люди смотрят и говорят, если у тебя страховки нет, тогда, пожалуйста, мы тебя покроем. А если есть, тогда иди в страховку свою. Все верно, они проверяют, да. Так. Повысит ли в общем случае шансы на получение туристической визы упоминание в анкете о планах на посещение Юты? Иными словами, лучше ли дают визы тем, кто в глазах визового офицера выглядит мормоном? Я вот не выгляжу мормоном, а могу поехать в Юту. Ну, во-первых, мормоны, конечно, там у них как что по квартире считается в Юте. Но Юта интересна не только этим, там есть и горнолыжные курорты, и красивейшие национальные парки. Парки поэтому, естественно, да. Например, у каждого человека своя ассоциация, например, может быть, с городом Юта. У меня она не ассоциируется с мормонами, у консула точно так же. Естественно, если ты хочешь посетить Юту, мне кажется, более логично, если скажешь, что ты хочешь посмотреть национальные красивейшие парки, ну, заодно можно посмотреть, что там у мормонов. Но можно об этом оговориться, я не думаю, что это будет каким-либо плюсом или минусом. Если только офицер сам не мормон. Я бы сказал, что может это и минус. Потому что если он мормон и едет в такое мормонское место, может это уже уезжать не захочет, я не знаю. То есть как-то какая-то связь такая ненужная для туриста, мне кажется. Ну, вообще об этом, как бы, мне кажется, даже немного глупо, наверное. На интервью же ты не будешь говорить: здравствуйте, я Петя Иванов, я мормон. Да. Как бы тебя не спрашивают, это религиозная принадлежность. В душе мормон. Поэтому как бы об этом говорить, ну, излишне, да, наверное, может быть даже.
Задам, наверное, банальные вопросы, но все же, насколько сильно доход влияет на получение или отказ в визе? Какой минимум поездок нужен в загранпаспорте по Европе? Второй вопрос. Желательно также желательно разнообразие стран, в которых бывал, или можно ездить в одну-две страны Европы неоднократно, и это значение не имеет, то есть не меняет. Вот, давай по первому. Да, доход, влияние дохода. Конечно, конечно, естественно. Чем больше доход, тем лучше. Если у человека доход не позволяет путешествовать в Америку, авиабилеты стоят, например, минимум да, там, $500 туда-обратно. Проживание в отеле, ну, не знаю, $200 в сутки, например, да, скажем. Ну вот и считайте, сколько денег вам надо на вашу поездку, соответственно, сколько вы должны зарабатывать. Угу. Это не должно выглядеть так, что человек 2 года копил на эту поездку, да, например, у него зарплата $200, и едет в поездку, которая стоит $2000. Соответственно, это ему надо копить, правильно? Скажем, несколько лет, чтобы себе позволить. То есть можно на 2000 съездить в Америку? Ну, можно, конечно. По жизни. Так, считайте, дешевее. Так, и какой минимум поездок нужен в загранпаспорте по Европе? Ну, минимума поездок не существует, соответственно. И какого-то списка стран вопросы будут эти тоже там попадаться. Просто вы должны выглядеть как люди, которые путешествуют. Если, например, я живу на Дальнем Востоке, соответственно, я езжу в Китай, Южную Корею или Японию, то, что ближе, правильно мне? Те, кто живут в западной части России, они ездят в Европу, например, потому что это ближе. Как бы, когда уже все эти, так сказать, зоны, которые ближе люди освоили, они едут потом дальше, например, там в Америку, потому что обычно так происходит. Uh-huh. Вот, и поэтому как бы, такого списка стран не существует, например, или разнообразия какого-то. Некоторые говорят, там, вот не езди туда, а езжай туда. Но это не так на самом деле, потому что люди путешествуют по своим как бы, да, пристрастиям. Кому-то нравится, извините, там, я не знаю, 10 раз в Египет съездить, там, 2 раза в Турцию. А кто-то ездит, например, в холодные скандинавские страны, как бы, да. Просто должно быть количество поездок определенное, да, какое-то, ну, скажем, не менее там 2-3 за последние 5 лет мы берем. Угу. Вот. А куда особенно как бы значение не кто имеет. Кто мужиками интересуется, едет в Турцию. Ну, да. А кто девчонками, тот на север. Тот в Таиланд. А, ну там маленькие такие. Вот. Как раз. Так, значит. Адрес и телефон во Владивостоке, куда можно прийти поговорить? Ну, во Владивостоке уже негде. Ну, у нас телефон указан на сайте, и он... А сайт какой? Остался. Давай озвучим сайт. www.integra-tour.com. Тур как по-русски? Без, не то, OU. OUR. OU, окей. Тур. Окей. Можно ли гражданину РФ обращаться за Б-визой в московское консульство по украинскому паспорту? А я не понял, если он гражданин РФ, почему же он с украинским паспортом пойдет? Регистрация в РФ с 90-х. Гражданство РФ не по аншлюсу. О, Господи. Нет, это значит, это... Аншлюс это присоединение. А, то есть не крымское. Вот это. Но на его момент по украинским документам жил в Крыму. Могут ли перенаправить в киевское консульство, где втрое выше процент отказов? По украинскому паспорту просто 10-летние визы дают, а по российскому только 3-летние. Да и умалчивать о наличии обоих граждан в анкете совершенно не вариант. Спасибо. Ну, если человек гражданин Украины, как я понимаю, да? Двух сразу. Ну, то в любую страну может обращаться. Где он проживает на данный момент постоянно, там он обращается. Я так понимаю, что человек проживает в Российской Федерации, соответственно, в любую из консульств в Российской Федерации он может обращаться. Значит, он говорит так, что на момент, значит, в этих ситуациях в Крыму, он жил в Крыму. Но сейчас, я так понимаю, что он живет в Российской Федерации. Но у него 2 гражданства. 2 гражданства. Но он может обращаться в Москве. То есть нет, у него нет проблем? Нет. Даже если бы он жил в Китае, он может в Москве пойти обратиться. Ну, он может обратиться и в Китай, если он там, например, по работе находится длительное время, правильно? Если он... Нет, я о другом. Вот он может жить в Крыму, но он гражданин Российской Федерации. Да. Он может приехать в Москву и получать свою визу. Да, он может жить в Китае, приехать в Москву, получать визу. Может жить в Париже, приехать в Москву, получать визу. То есть то, что он гражданин Российской Федерации, как бы дает ему возможность в Москве получать визу. Его не должны никуда отфутболивать. Нет, нет. Это если бы он был гражданин Украины, проживающий в Крыму, который не признает американская сторона российским, тогда ему надо проходить интервью в Киеве. Да. Вот. А так как у него российское гражданство, то абсолютно спокойно в Москве. И то, что дают визу на 3 года, это абсолютно никакой роли не играет, потому что после 3 лет ее можно продлить, то есть ты на интервью уже не идешь, отсылаются документы в Pony Express, служба доставки, да. И виза продляется. Автоматом? Да, 10-3 года, как бы, по-моему, роли никакой еще не играет. Еще на 3 продляется? Да, еще на 3. Хорошо. Верно ли,
что у обладателей американского вида на жительство, видимо, грин-карты, при пересечении границы с Канадой чаще всего смотрят только грин-карту. Слышал, что таким образом подолгу сохраняют гринку те, кто вопреки законным требованиям фактически живет за пределами США. То есть они каждый раз въезжают-выезжают из Штатов через Канаду. И выглядит так, что они как бы на выходные в соседнюю страну поехали покататься. Рабочая ли эта схема? Честно говоря, не совсем. Я помню время, когда для того, чтобы поехать в Канаду, например, вот у нас еще не было паспорта, а в Канаду мы уже поехали, можно было по грин-карте ехать. Тоже можно и в Мексику сейчас можно было ехать. Да. Потом, после 11 сентября, я помню, что были какие-то усугубления. И вроде бы можно было уже только с паспортом, и даже в Мексику только с паспортом. Но... Вы имеете в виду американский паспорт? Американский. Нет, можно по грин-карте, по грин-карте спокойно, и сейчас и в Мексику, мы лично и в ездили. Да. Все, шикарно. Да. То есть, да, получается такая штука. Но значит... отметок не ставят в паспорте. Если они про то, что когда пересекаешь границу, летишь самолетом сюда, да, то тебе ставят отметку в паспорте. Правильно? О пересечении границы. То там не ставят. Речь вот о чем идет. Речь вот о чем идет. Люди, которые не живут в США. Я понял, что происходит. Смотри, он живет, допустим, в Москве, но терять грин-карту он не хочет. Она у него где-то была, он ее терять не хочет. Что он делает? Он едет типа в Канаду, оттуда едет в Россию, и там и живет. А потом из Канады, значит, чтобы попасть снова в США, он летит в Канаду, там по грин-карте въезжает. И вроде как, получается, он никуда не выезжал, вот типа вот такая схема. Нет, ну а если, например, наступит такой момент, когда все-таки он будет пересекать границу Америки, и они если ставят паспорт... Он ее из Канады пересекает. Нет, а если все-таки придется ему пересечь, например... Ну, он сейчас о другом говорит. Ну, он говорит, ну, он прячется, так он прячется, он не будет пересекать границу, его поймают. Он говорит, вот если я буду через Канаду это делать, правда ли, что меня не поймают? Ну, я так думаю, что, возможно, не поймают, но тоже гарантии нет, правильно? Тот же, там же точно такие же офицеры на границе, да? Они не смотрят твой паспорт, будь то украинский там или российский паспорт, чтобы не ставить отметки. Они смотрят только грин-карту. Но тоже неизвестно, вдруг что-нибудь случится, придет им какое-то там указание сверху, проверять паспорта и ставить отметки, правильно? Тоже же не знаю. Ну, то есть на сегодняшний день вот вроде возможно, бы... Возможно, вроде бы. Я знаю такие случаи, если говорить вот как бы из практики. Я знаю людей, которые вот так жили. Они ездили туда-сюда, потом они под видом того, что они никуда не выезжали, они спокойно получали паспорт американский. Я таких людей знаю, могу вам сказать. Рабочая схема, да. Вот. Как насчет сейчас, не знаю. Справедливо ли, на ваш взгляд, утверждение о том, что визы лучше дают тем, кто в качестве цели визита пишет в анкете Лас-Вегас и Карибские круизы? Ну, этому надо поспорить с тем мормоном про Юту. А разве Карибские круизы подразумевают американскую визу? Ну, в круизы дают визу, потому что круизы начинаются из Америки. Он может в Пуэрто-Рико там ходить. Ну, если в Пуэрто-Рико, конечно, нет, но вообще... Так. Я хочу сказать о том, что это очень, ну, такое ошибочное мнение, да. Консула, честно говоря, не очень интересует, куда вы едете. Его интересует, вернетесь ли вы обратно. Вот этот момент. Поэтому Юта, Лас-Вегас, Карибский круиз, круиз на Аляску, я не знаю, все что угодно, это не так супер важно, а важно. С визой невесты, вот я подумал, там, может жениться хочет. С визой невесты есть? Бывают отказы? Ну, наверное, да, если не предоставлены какие-то документы со стороны жениха. Ну, то есть не то, жениха. Что вы там сталкивались? Ну, нет. А, то есть в принципе. Совсем не редкий случай. Есть ли рабочие визы от государственных, научных или прочих организаций, которые выдают без участия лотереи, видимо, лотереи H1B, то есть всем подавшим? Есть работодатель, который обещает такую визу, но деталей не разглашает. Нон-профиты участвуют в лотерее? По-моему, нет. Они не участвуют в квоте. Да, если это нон-профит, про государство ничего не скажу, но если это организация нон-профит, она в лотерее не участвует и в квоту не входит. Насколько я помню, я не адвокат иммиграционный, ничего, но я слышал много раз такое. Есть ли визы с дальнейшей легализацией, кроме политического убежища, для семьи из трех человек, муж, жена, ребенок 3 года, чтобы без длительных разлук. Муж программист, больше 10 лет опыта, немного Java, по-английски может говорить, но среднее. Ну, во-первых, нужен хороший английский язык, первое. И во-вторых, ну, конечно, это рабочая виза для программиста, да? Ну, если есть вариант, но если речь идет о том, что он программист. Дистанционно, да, если у него есть образование, да, там высшее. Да. И если он может найти работу дистанционно, если есть какие-то варианты. Если нет, то это может приехать обучаться.
на магистратуре, например, с возможностью работать и искать себе рабочую визу спонсора на H1B. Ну, то есть, получается так, кроме политубежища, если он программист, обучение. Есть еще рабочая виза тоже. А рабочая виза через обучение. Бывает, если он может так получить, пожалуйста. Ну, если он может так, ради бога, если он найдет. Но у нас вот был Алексей ваш. Знаете Алексей, о котором речь? Высокий-высокий. Ну, я не знаю, не маленький. Он вам должен был кружку от меня передать в подарок. Он? Кружку? Да. Я не помню, много подарков. Ну, может быть, да, конечно, ну, да, конечно. Да. Вот, и значит, вот Алексей, который так вот он поехал в какой-то с китайским названием университет, и практически там через пару месяцев уже пошел работать, у него, конечно, я думаю, еще нет рабочей визы, может быть, я не знаю. Вы подали, он не прошел. Вот или он не прошел. Попал, да, сейчас они делают на него грин-карту уже сразу. Что тоже можно. Mm-hmm. Поэтому, но он работает, он был в приличной компании. Очень приличная компания. А потом он перешел, по-моему, да, или что? Да, он поменял потом. Но сейчас он в стартапе в каком-то работает тоже. И стартап делает на него эту грин-карту. Да? Да. Так что это очень такой удобный и неплохой путь. Так, дайте я звук выключу, тут меня шумит. Так. Значит, я веб-программист с большим опытом работы. У меня есть желание переехать в США по трудовой визе, по рабочей визе. Так. Но меня волнует такой вопрос. Как лучше это сделать? Есть предположение, что лучше поехать в США по туристической визе, найти там работодателя на месте и уже потом переделать обычную туристическую на рабочую. Что интересно, действительно было время, когда это проходило. Я очень хорошо помню это время, когда квота была 200 тысяч, а не 65, как сейчас там. Плюс 20 на мастеров, полученных в Америке. Было 200 тысяч, 98-й, 9-й, 2000-й. Да, Лего приехал, тут же переделали, он там легко. Пошел. Легко было. Возможно ли это? Вот 15 лет назад надо было, конечно. Можно ли так легко менять статус пребывания, находясь прямо в стране? Ну, не на рабочую, конечно. Был ли у вас опыт подобного переоформления? Или может все-таки не рисковать? И попытаться найти работу удаленно, получить трудовую визу, находясь в России. Или такой способ нереален, по вашему мнению? Какой путь лучше выбрать? Я думаю, реально, потому что мы видим людей, которые получают. Значит, тут ни слова нет про английский, ни слова нет, что собственно, он там за программист конкретно. Но какое образование у него тоже нету. Возможно, но вот я надеюсь, что сейчас как-то вот выборы президентские пройдут, может быть, они что-то сделают с иммиграционной реформой, которая много лет висит. Смысл иммиграционной реформы, которая должна произойти, в частности, состоит в том, чтобы перенести акцент с семейной иммиграции, вот как сейчас, 75% иммиграции семейной, 25% профессионально. Сделать 50-50 они хотели, да, 50 туда и 50 сюда. То есть я думаю, что существенно изменится ситуация в лучшую сторону с рабочими визами. Должно такое быть. Но вот пока что... Ну вот вопрос, он как раз пересекается с предыдущим вопросом. Да. Вот даже Алексей, который к вам приходил, да, который приехал все-таки сюда, вот, он что он делал, как он искал работу? Он завел себе американский номер через Skype. Да. Рассылал свои резюме, посмотрел все ваши видео о том, как писать, правильно составлять резюме. Да. Все это он перелопатил, он составил резюме, разместил его везде, где можно. Ему стали звонить рекрутеры, ему стали звонить какие-то компании на этот американский номер. Он с ними разговаривал, будучи еще в Москве, понимал, какой есть спрос, какое предложение, есть ли на него что-то. И уже из этого исходя, он составил свой план действий дальнейшего. Он понял, что, например, через стажировку не вариант приехать, что так меня на работу не возьмут дистанционно. Он хороший программист, но не Java. Java знает, но не очень. Здесь Java востребованы. Вот как он мне объяснял, да, я бы там не очень разбираюсь. Да, он там C-Sharp девелопер. Вот. И он принял решение приехать на месте. На месте он нашел работу, ну, считаем, там, ну, я не знаю, через неделю, скажем, да. А дистанционно было сложно. Ему. Его не хотели брать, потому что, опять же, никто не хочет связываться, оформлять пакет документов, потому что потом неизвестно, попадет ли человек в эту квоту или нет. Когда человек уже на месте, естественно, все эти вещи сделать как-то проще. Вот, поэтому, если вы хотите ко всем, опять же, потенциальным, там, я не знаю, людям, которые спрашивают за такие вопросы, хотите действовать, я так считаю, приезжайте, пробуйте через учебу. Пока этот вариант еще тоже рабочий и очень, как бы, такой хороший. И...
понимаете, на самом деле, если человек серьезно заинтересован в теме, да, то он как бы изучает источники, очень много написано на форумах, хотя там противоречиво бывает. Есть видео, есть адвокаты рассказывают, там вот, ну, Татьяна, да. у нас на канале, например, очень много на эту тему. Значит, вопрос в чем? Когда вы начнете разбираться в деталях немножко, вы не станете эти вопросы уже задавать, потому что вы будете более тонко знать, то есть так как бы на общем таком уровне. Да. Приехать по турвизе, сменить на рабочий, ну, скажем, нереально. Были люди, были времена, может быть, они кого-то слышали о ком-то, но вот не сейчас. Вот, например, тут вопрос такой, политическое убежище можно со своей страны получить или нужно поехать в США и получить там? Ну, надо поехать в США и получить в США. Тут есть два термина, которые практически не отличаются по сути своей, но отличаются по формату как бы оформления. Значит, есть политическое убежище и есть... Беженец. Да, статус беженца. Вот есть refugee и political asylum. Угу. Чтобы получить refugee, надо делать это из-за границы. Ну чтобы но это должен быть официальный статус, например, как сейчас. Да. Беженцы из Сирии в ту же Европу идут, да, получают официальный. Них там есть официально статус. Есть, страна, которая... Тут была какая-то акция, я противоречивую информацию слышал, значит, что если ты... какое-то там религиозное меньшинство, я не помню, то ли это были баптисты, то ли пятидесятники, то ли там... Я не помню, кто, адвентисты, кто-то. Вот они, значит, если они с Восточной Украины, то они могли приехать в Москву, и их там оприходовали, давали статус беженца прямо там. Их сейчас уже достаточно какое-то количество приехало. Он говорит, что это было на несколько месяцев, и вот оно как бы закончилось. Ну, возможно. То есть какие-то такие вещи бывают, понимаете? Поэтому было время, когда люди не могли приехать в США, поскольку в СССР была выездная виза. Вот говорят сейчас... Многие говорят, надо сейчас снова вести ее, но они не могли доехать до США, поэтому интервью на статус беженца проходил, вот я, например, в Москве проходил, там, в 90-м году. А сейчас, поскольку можно выехать, да, то они уже не хотят это делать в той стране. Хотя, на самом деле, идея это неплохая. Идея очень хорошая, мне кажется. Вот делали бы там. Вот, и не мучился бы никто тут. Никогда. Ну да, было бы проще. Было бы проще намного. Всем. Да. Ну, во всяком случае, вот теперь получается, ну, можешь приехать, ну, приехал, подал. Нет, ну просто еще есть такое мнение, бытует, опять же, я слышала не первый раз, что приехать и попросить убежище в аэропорту. Вот, поэтому этого ни в коем случае делать нельзя. Да. Потому что закроют в тюрьму и потом вышлют обратно. У нас был паренек на канале, он попросил убрать его видео, я убрал. И он там рассказывал о том, как он вот это сделал. То есть один известный человек из Нью-Йорка, там, который типа консультирует, напутал. И ему в бумажках там написали, что он через Майами летит, а на самом деле он летел через Нью-Йорк. Билет ему сделали через Нью-Йорк, и офицер там на входе говорит, а чё ж ты не в Майами? И он растерялся и говорит, я хотел попросить политическое убежище. И его отправили в тюрьму, он там 6 месяцев сидел, не пересекая границу США, то есть как бы на территории, но не пересекая. И вот он там, значит, со всеми этими латинос там и там веселой компанией полгода там был и уже сам, но он юристом был, сам уже доказывал, отставил, таки получил вот этот самый статус беженца, не asylum. Вот. Ему повезло еще, можно так сказать. Да, конечно, молодец, конечно, успешные конечно. Успешные. Молодец, молодец. Решение вопроса. Женя Трапезникова спрашивает. Здравствуйте, Татьяна. В одном из предыдущих видео на канале Михаила вы рассказывали про учебу в местном недорогом университете и получение там OPT и CPT. Это временное разрешение на работу для студентов. Можно ли жене с визой H4B, то есть она супруга человека, который по рабочей визе, да, пойти в такой университет и рассчитывать на OPT и CPT? Я думаю, нормально, да? Нет, ну надо получать, менять статус на F1. Да, ну да. Ну, ну возможно, да. Или необходимо будет перейти на J1. Ну это не J1, это будет F1. F1, конечно, нет, безусловно, надо перейти, но я думаю, что и туда, и обратно легко переходится. Да, да, да. Можно ли поступить в этот университет зимой? Можно, весенний семестр как раз начинается в конце января. Так, все, ответили. А вот Женя еще спрашивает. Представим ситуацию, что после удачного прохождения интервью на визу H1B в консульстве, работодатель в США отказывается привозить вас. Вы ему больше не нужны. Хочется сказать, как в известном анекдоте, ну так плохо. Да, значит, что делать? Можно ли найти другого, кто согласится привезти?
Или обязательно ехать к тому, кто подавал на вас визу. Будут ли негативные визовые последствия, если не получится договориться с работодателем? А что, что-то не получится уже все? Может, запретят въезд на время в США или что-то такое? Ну, во-первых, если один спонсор, как я знаю, H1B спонсор, ты на него должен работать. Поэтому, естественно, если спонсор вас оформлял, а потом почему-то от вас отказался, то, естественно, уже вы к нему приехать не можете, надо, соответственно, искать нового работодателя и начинать процесс заново. Вот и все. Дело в том, что, в принципе, есть такой процесс, как трансфер этой самой H1B. Я никогда не слышал, чтобы трансфер делали на человека, который еще не въехал в страну. Я такого не слышал. Обычно приезжает человек, ему мало платят, он тут же там две недельки подсуетился, куда-то перешел на большие деньги, там с переводом визы, нормально. Я думаю, вот что. Значит, человек, чисто мои такие догадки, спекуляции, значит, я думаю так, человек может сесть в самолет и полететь. И никто, наверное, не будет знать, что работодатель от него отказался. Технически работодатель должен написать письмецо там, в органы и сказать, что мы не сможем его привести, и тогда эту визу, квоту, отдадут еще кому-то. Компетентные органы кому-то ее отдадут, и тот сможет кого-то привести. Но очень часто работодатели этого не делают. Или, там, скажем, большие конторы, у них там это медленный процесс, и вы можете въехать, ну, как бы обманным путем таким, да, нечестным. И они этого не просекут. Если просекут, вас с границы отправят обратно, там, из аэропорта. Но вы дальше можете попасть в страну. Попасть в страну, попав в страну, вы оказываетесь перед некоторым следующим вопросом. Следующий вопрос заключается вот в чем. Можно ли сделать трансфер визы без того, чтобы приступать к работе в той конторе, которая вас, по идее, привезла? И с точки зрения, как бы, закона, как вот мне объяснял там иммиграционный адвокат, это не камильфо. То есть что-то такое тут вроде ехал, въехал, и как же так. Но на практике мы знаем такие случаи, их есть. У меня был паренек один, он у нас работал под J1. Ну, так, админом у нас был под J1. А потом мы ему сделали H1B, проскочили через лотерею, это все нормально с ним прошло. И он приехал, но он ехал к нам, мы от него не отказывались. То есть я имел какие-то планы там на него, но он к нам приехал, и буквально через неделю его там позвали. У него уже много знакомых здесь было, он пока у нас в школе работал за полтора года, он там оброс большими связями. И в одну из компаний, где много наших ребят работает, и там практиканты наши и так далее, и вот его туда позвали. И они сделали трансфер его визы, без того, чтобы он хотя бы один день у нас успел проработать. То есть я такие случаи знаю. Но он не въезжал обманом, он таки да, к нам ехал, и мы от него никак не отказывались. Вот такой нюанс. То есть на практике мы видим, что можно перевести визу, даже не работая нигде. Да, но он уже внутри страны. Но он уже был внутри страны, да. То есть я думаю, что если так удачное истечение обстоятельств, наверное... Может проскочить. Может проскочить, да. Наверное, у Татьяны есть хорошая и плохая статистика, как по отказам, так и одобренным туристическим визам. Туристическим. Как самый доступный для большинства. Хотелось бы конкретные факты, случаев, что пишут люди неправильно в анкете, и это 100% отказ, и что пишут 100% верно. Повторюсь, речь идет только о турвизе. Крайности не интересуют, интересует золотая середина. Я, может быть, так я предварительно скажу, что я думаю так, что если у Татьяны есть статистика, люди, которые к ней приходят, то она... По идее, как бы и должна убедиться, что они ничего плохого не напишут. Да. Но из опыта... С другой стороны, мы знаем, что многие люди сначала напишут, потом им откажут пару раз, а потом они придут. Поэтому я думаю, что вот в этом смысле Татьяна знает, что бывает. Ну да, есть... Часто, да, к нам попадают люди, которые сначала пытаются сделать что-то сами, либо через какие-то там другие, не знаю, каналы своих знакомых или еще что-то. И после отказа обращаются к нам, и тогда, естественно, мы уже видим, да, что там написано в анкете. Что неправильно написано бывает в анкете 100%. Это, естественно, род занятий, например, люди очень часто ошибаются, указывая, чем они занимаются. Очень часто ошибаются, указывая свои доходы, потому что, например, все есть черная зарплата, белая зарплата. Например, у человека зарплата, скажем, там 40 тысяч рублей, плюс он еще, к примеру, сдает квартиру. И еще 25. Сколько доход? Он указывает 40.
А по факту то доход-то у него же больше, правильно? У него же еще есть какие-то другие. Он имеет в виду не все вместе, а вот конкретно с работой. Да, да, да. Или, например, с черными чем-то. Тоже надо указывать, фактически доход указывать. Они не проверяют? Нет. Ну и сейчас интервью проходит на словах, никакие справки с работы, ничего этого не требуется. То есть если я скажу, что я в 3 раза больше получаю, то они тоже не знают. Да, да, да. Поэтому ничего этого не требуется, только на словах, как правильно все запомнить. Тут карта и поперла, слушай. Оказывается. Ну это тоже надо рассказать. Подожди, но они справку с работы берут о зарплате? Я рекомендую брать на всякий случай. Ну не спрашивают. Да, не нужна. Хорошо. Теперь, а вот у нас случай был, я тоже так вот как, значит, я позвонил Татьяне, говорю, а что такое, почему, я говорю, наши девочки отказали? Значит, у меня есть девочка, работает удаленно, я ее хотел на тренинг привезти из Москвы. Я думаю, ну, тут 2 недели побудет, никаких мыслей даже не было, у меня мысли не было, что ей могут отказать, она работает, она получает деньги, есть все бумажки, есть переписки там всякие, да, я письмо написал, говорю, пожалуйста, пустите нашу девочку. Ей отказывают. Чего ей отказали? Потому что у нее нет, во-первых, ни одной поездки за границу, раз. Ну. Потом у нее очень низкая заработная плата, 30 тысяч рублей, 2, и она просто, естественно... Так на наш счет, я написал, я все понимаю, оплачиваем. Если бы, например, она была каким-то, скажем, преподавателем в той же, например, Москве, она из Москвы, да? Угу. Например, и она что-то там преподает, ее родительность, и она приезжает к вам, угу. Да? Ну, как какой-то ценный человек, которого вы привозите к себе, чтобы там для обмена опытом или что-то. Это одна ситуация. А ее ситуация, она выглядела, если так, человек, который не знает ни вас, ни ее консульта, вот к нему приходит девушка, которая говорит, я работаю на американскую фирму, зарабатываю там $500, например, да, меня эта фирма везет, а что вы делаете? Ну, я там удаленно работаю, а кем? Помощником преподавателя. Ну, и как помощника преподавателя везут, за весь, оплачивая все расходы, везут в Америку. Понимаете, это как-то, ну, очень, не очень вяжется с этой девушкой. Если бы как бы это было немного по-другому представлено в консульстве, что она бы сказала, я преподаватель, я преподаю здесь в Москве, например, ваш, к примеру, тот же самый курс, да? Сейчас меня приглашает, например, там американская фирма, чтобы я поехала там на тренинг. Уже было бы по-другому. Я в письме написал, что мы ее зовем на тренинг по написанию резюме. Ну вот когда я с ней разговаривала, я ее спрашиваю, кем вы работаете? Она мне начинает объяснять, помощником преподавателя. Я начинаю спрашивать, зачем помощник преподавателя едет в Америку? Это же непонятно изначально. Плюс он так же и консул сидит, понимаете, он же не будет разбираться в этой ситуации. В общем, друзья, не поймешь ты так вот. Вроде от чистого сердца. Вам вроде бы понятно, да, а на той стороне непонятно. Вот там будут еще такие вопросы, в чем смысл агентства, которое делает, помогает, берет такие деньги, да, там за консультацию. А там был вопрос такой. Да, вот как раз в этом и заключается. Хорошо, значит, мы говорили о том, чего писать, чего не писать. Там еще было продолжение вопроса. Вторая часть. Да, там человек говорит... Возможно, есть где-то файлик руководства начальника. Да, где-то файлик, я не вижу. В самом низу, видите? Да, возможно, есть какой-то файл, что-нибудь прочитать. Руководство для чайников по получению турвизы. Ой. Ну, такого руководства нет. Во-первых, я всегда говорю, каждая ситуация индивидуальна. Вот, например, в вашем случае с вашей девушкой. Это одна ситуация. Там у третьего человека с мормонством и ютой, у него третья ситуация. Поэтому, как бы, каждая ситуация индивидуальна, поэтому какого-то одного ответа нет. И поэтому, естественно, чтобы был 100% результат, лучше разбирать индивидуально. А вот, слушайте, я так уже в тему. Кто-то там в комментариях мне объяснял, что вот сейчас... из-за того, что многие остаются work and travel, что сейчас как-то резко сократили количество выдаваемых виз как бы в отместку за то, что они плохо возвращаются. Вот есть такое? Возможно. Я, честно, не занимаюсь программой work and travel. Я знаю, что сейчас, да, стали давать визы хуже тем, кто на первом курсе, на последнем курсе визы не дают практически. А первый-то что? Потому что они могут бросить, только начали обучение, могут забыть и уехать. Okay. И последние почти уже закончили то же самое. Да. Вот, то в середину, в принципе, визы дают. И... Сколько-то лет назад, не так давно, я помню, там чуть ли не 150 тысяч там, молодых людей приехали за год из Российской Федерации, 150 тысяч приехали в этот год по work and travel, и как громадное совершенно... Количество. Да. А сейчас там чуть ли не 10 тысяч всего, что-то очень мало. Хорошо, значит... Я читала, что турвизу в Штаты можно получить легче, если ехать в группе и оформлять поездку через турагентство. Правда это или миф? Это частично, скажем так, отчасти правда, потому что, например, люди, которые не знают английского языка или не имеют большой истории самостоятельных путешествий, им сложно самостоятельно поехать в Америку.
Поэтому, естественно, логично, когда, например, там семья, да, простая, простые люди, скажем так, обращаются в агентство, или, например, та же самая семья приходит и рассказывает, я там поеду в Нью-Йорк и там, я не знаю, в Лас-Вегас самостоятельно, притом не зная, нигде взять на прокат машину, да, и не владея английским языком, и до этого толком нигде не бывал. А визу он все равно пойдет сам получать, вот так же, как да, если бы он ехал да, сам? Да, просто он на интервью уже рассказывает. А-а-а. Я еду в составе группы, и это указывается в анкете. Либо я еду один. И естественно, когда человек, например, идет один на интервью и рассказывает, что он в составе группы, то шансов получить визу гораздо больше, чем если он идет. А было время, я помню, агенты приходили с пачкой там паспортов и уходили. Есть групповая запись, но вообще индивидуально. Теперь хочу съездить в США. Да, приезжайте. Планирую получать турвизу в октябре. С братом едем в Нью-Йорк, затем Орландо и обратно в Нью-Йорк. Учусь на третьем курсе колледжа. Ну, то есть перевелся на третий курс, всего их 4. Перешел на четвертый, на третий, окей. Цель отметить там Рождество в американском стиле и Новый год. Чем бухал бы дома, брат? У брата есть уже турвиза, ему 25. Едет его семья, жена, ребенок 5 лет. Спонсора поездки укажу своего отца. В анкете укажу, что со мной едет брат. Деньги есть, всего 4000 на первое время, я думаю, хватит. В общем, оцените мой шанс на получение турвизы. Стоит ли вообще пробовать? Я вот так, со стороны. Да? Я бы сказал, зависит от того, что у него на лице написано. Вот он придет, с каким лицом он придет. Понимаете? Если у него лицо такое, что явно смыться хочет, это одна история. Если так придет такой, там, я там погулять с пацанами там. Ну да, во-первых, что он расскажет, во-вторых, шансы, я бы сказала, 50 на 50, если бы, например, он спрашивал, ну, как спрашивают, вернее, меня, я бы сказала пробовать идти получать визу со своим отцом. Потому что если он пойдет, опять же, абсолютно один, при том, что у брата уже есть визы у семьи, да, это, соответственно, что он заявляет, что он якобы едет с братом, да, а по факту неизвестно, там, поедет он с братом, не поедет он с братом. А тем более возраст совсем молодой. Если придет с папой, если у папы и у него есть поездки за границу, опять же, да, с пустыми паспортами смысла нет идти. Вот. А если придет с папой, тогда, я думаю, шансы хорошие. Ну, 4000 долларов здесь, опять же, никакой роли абсолютно не играют. Наличие денег, потому что эти справки и выписки из банка не смотрят. Смотрят на наличие дохода, а у него дохода вообще нет, потому что он учится. Соответственно, доход папин будет рассматриваться. Поэтому если совокупный доход на них вдвоем у папы достаточный, то я думаю, что шансы хорошие. Я бы сделала лично так. Что же, хорошо. Теперь жена едет в США по учебной визе. Кому ж? Она будет иметь разрешение на работу. Ее муж, как сопровождающее лицо, будет иметь разрешение на работу. Все-таки они вместе. Ну ладно. Так, если нет, то каков кратчайший путь к этому? Опа. Ну, во-первых, надо знать, куда едет жена учиться. Если, опять же, это языковые курсы, то она не имеет права работать официально. Если это, скажем, магистратура, да, и возможность работать университет предоставляет, то можно оформить разрешение на работу CPT или OPT после окончания университета, но муж не имеет возможности работать. Такое только практикуется в Канаде. Есть студенческая виза, даже если это языковые курсы при каком-либо колледже, то муж имеет право оформить разрешение на работу заранее, еще даже до подачи. А вот у нас работала женщина, которая приехала с мужем, у которого был J-1, трейни такой, она с ним приехала, потом подала, и ей дали заявочку, ей дали решение на работу тоже. Вот со студенческой визой так нельзя? Нет, но студенческая виза не предполагает работу вообще. Нет, для супруга? Нет, нельзя. А J-1 предполагает? Ну, J-1 это вообще рабочая виза, как бы, ну, стажировочная. Ну да, хорошо, ладно. Здравствуйте, Татьяна. Не могли бы вы оценить мои шансы на получение турвизы? Да, сейчас оценим. Буду безгранично вам признательна в рамках бюджета. Это я от себя. Мне 23 года, не замужем, детей нет. Я сама дитё-то, господи. В загранпаспорте есть отметки о посещении Испании, Франции, Индии, Мексики и Таиланда. Ты смотри, детвора гуляет. Молодец. Да. Работаю фрилансером. Доков с работы не имею. Есть выписка из банка о наличии 10 тысяч долларов на счету. Еще есть документы о владении недвижимостью и авто. Очень нужен взгляд со стороны. Ну, я говорю, что шансы 100%, если все сделать правильно, расписать в анкете. Шансы отличные даже в 23 года. Так, хорошо. Там, по-моему, вы какой-то пропустили? Там отвечает ей человек. Он ей говорит, что девушка, конечно, сложнее, но я, будучи айтишником, получил визу только с одной польской шенген-визой.
ну и так далее. Здравствуйте, я веб-программист со стажем 16 лет. Хотел бы найти работодателя в США и получить H-1B, но есть проблема. Я так и не окончил университет, поскольку уже на 4-м курсе работал фулл-тайм. До сих пор оно мне не требовалось, я был уверен, что поступил правильно, сейчас появились сомнения. 16 лет опыта вам компенсирует отсутствие высшего образования, во-первых. Во-вторых, все-таки вы на 4-м курсе работали фулл-тайм, то есть несколько курсов у вас есть, вам даже и не надо было бы столько. Но вы абсолютно спокойно получите свое H-1B. Если кто-то захочет вас взять, я так понимаю это. Да, но если, опять же, никто не берет и рассматривает вариант через учебу, чтобы приехать сюда и на месте искать работодателя, да, то надо обязательно закончить бакалавра, чтобы сюда приехать на того же магистра, как тут Алексей. А нельзя так дополучить бакалавра тут? Ну, дополучить бакалавра вряд ли. Понял. А вот в вашем случае существенно это было очное, заочное какое-то там? Нет, очное, заочное роли не играет, но обязательно наличие диплома, чтобы Всё. Он соответствовал американскому бакалавру. Так же, как на рабочую визу. Да, да. А мы сколько знакомы, Танюш? Ой, ну, по-моему, уже лет 7. Не 10? Может, 8. Очень давно, да. Так, стаж. Сейчас. Я бы программист наш так, разобрались или нет? А, слышал же для получения, да, он спрашивает, каким образом должен быть подтвержден стаж. Вот у него есть 16 лет. Резюме и все, не надо трудовой книжки там. Нет. Можно ли частично учесть стаж? Ой, он говорит 16 лет, а официального стажа у него только 4 года, он пишет. 4 года официально. Это, видимо, в трудовой. Ну а тогда при чем здесь 4 года обучения в вузе? Это же не считается стажем. Нет, ну там можно комбинировать. Допустим, нужно 12 лет, если у тебя вообще образования нет, нужно 12 лет. А если ты часть образования из этих вот этих квалификаций, часть образованием, часть опытом. Плюс. Так делают, да, так делают. Ну пусть ищет работодателя. Да. Какие проблемы? Да. Пусть пробуют. Михаил, почему среди евреев так мало бодибилдеров? Да, тут говорят, Самсона слышал вообще. Это Самсон был бодибилдер. Вы знаете что? Я бодибилдеров вообще не знаю ни тех, ни этих. Но я могу сказать, что в советское время, например, я помню, были люди, так вот и штангу толкали, и боксеры, и борцы были. Я могу сказать, что вот моей мамы, семья, так вот, бабушки туда, по маминой линии, они были мясниками там в Кременчуге. И вот я помню такой семейный рассказ, как там их было 10 детей, там 7 братьев, там 3 сестры, такие здоровенные бугаи были. И они, значит, как-то пошли в цирк, там был цирк, Шапито выступал, и там вышли, ну там вывели быка на арену, и говорят, кто быка положит, значит, там с ног собьет, там 100 рублей, большие деньги были. И все братья стали в очередь. И каждый сшиб этого быка, он свалился, там, падал на коленки. Ну, там еще уметь тоже надо, конечно, мясникам сподручнее. Да, но это были абсолютно, я не знаю. Не бодибилдеры, а гораздо лучше. Абсолютно. Сильные. Боже, колоссальной физической силы люди были там. Поубивали всех, это отдельная история же.